Ну а жителям маленького отдаленного поселка Маркока вручили ключи от новых квартир в поселке Айхал. Бывшее село этих людей Маркока расположено на участке Мирный Айхал дороги Анабар. Большинство его жителей – работники Мирнинского управления автодорог Алроса. И в связи с тем, что предприятие переходит на вахтовый метод работы, поселок было решено снести, а жителей переселить в Айхал. На церемонии открытия нового дома побывали наши коллеги в Алмазном крае. Вчера маркокинцы, сегодня айхальцы. Жители удаленного и изолированного поселка Маркока ранее только номинально относились к поселку Айхал. Теперь они будут в нем жить. Церемония открытия нового дома для переселенцев состоялась 20 марта. Хочется, конечно, приехать быстрее в Айхал, увидев такое построение, быстрее переселиться. Ощущение очень радостное, хорошее. Да, я, например, рада после Маркоки. Я как будто себя считаю счастливой, радостной. Рашид Хайбулинов прожил в Маркоке четверть века. Работал, как и все односельчане, на обслуживании автодороги. Сейчас он руководит участком. Большая часть жизни связана с родным поселком. Поэтому переезд для него – событие хоть и долгожданное, но немного грустное. Честно, жалко. Столько лет, всю сознательную жизнь, 25 лет там прожили. Конечно, жалко. Всем жалко оставлять нажитое, оседлые места, всем жалко. Ну, надеемся, что будет хорошо все. Город примет. Таких старожилов, как Рашид Хайбулинов и супруги Нагайбаевы, на Маркоке почти не осталось. Детям негде учиться, никаких услуг и медицинской помощи. При софинансировании алмазной компании поселка Айхала Мирнинского района специально для маркокинцев было решено построить новый дом. Новоселье должно было состояться еще в прошлом году, однако сроки сдачи дома переносились не раз. Причины – отставания поставок строительных материалов из-за обмеления Лены в период навигации. Тендер на строительство выиграла фирма «Стандарткомплект-М», а проектом поставка основных конструкций и комплектующих занималась фирма «Вудвелл». В новом доме 22 квартиры – 12 однокомнатных, 8 двух- и 2 трехкомнатные. Радуемся тому, что мы уже как айхальцами считаться будем. Айхал – это значит, у нас здесь самое главное будет, что больница, все услуги бытовые, да, почта, банки, Сбербанки все. И тем более, что есть спортивный городок, это здесь бассейн, спортзалы, тренажерные залы. Я вот я люблю это все, и я вот мечтаю о том, что вот как я перееду и сразу начну ходить в бассейн. Все квартиры светлые, мы посмотрели все квартиры, коридор широкий. В общем, как говорится, Айхал нас встретил. Хорошо, я надеюсь, мы подружимся с айхальцами, потому что мы на Маркоке их тоже встречаем. Мимо не могут они проехать, всегда заезжают. Дом возведен из экологически чистого материала по технологии крупнопанельной сборки деревянных конструкций. Толщина панели 205 мм, что превышает размеры стандартных срубов. Именно это, по мнению специалистов, сделает дом теплым даже в климатических условиях вечной мерзлоты. Кроме этого, на первом этаже установлены греющие полы. 15 семей, которые проживали и работали в поселке Маркока, переедут в новые квартиры в самое ближайшее время. Светлана Угрюмова, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».